История, ну, мне лично известная, но посмотреть ее с другой стороны было очень полезно. Ну, понятно, что талант режиссерский и актерский не подвел никого, но посмотреть с человеческой стороны, вот это очень важно, да, потому что если нет человеческого, смотреть кино о политических событиях тупо и неинтересно. Спасибо всем, кто сделал кино. Что я могу сказать? Колоссальнейшее чувство удовлетворения, радости за то, что мы шагаем вперед, за то, что мы идем, за то, что это делают коллеги, люди, которым ты можешь пожать руку, которые являются учителями и хорошими проводниками в этой жизни. Так держать. Я думаю, что это один из лучших фильмов Спилберга. Один из лучших фильмов, которые я посмотрела за последнее время. 2:30, которые были заявлены, что столько идет фильм, пролетели вообще незаметно. Я страшно рада за своего товарища, друга Мишу Горевого, что он принял участие, такое достойное участие в таком роскошном фильме. И я просто всем рекомендую смотреть. Просто отличное кино, просто отличное. Ну, конечно, сценарий Коэнов. Я так шла уже с некоторым ожиданием, конечно, и Спилберг. Сочетание для меня несколько неожиданное, но мне показалось, что результат великолепный. Ну и актерские работы великолепные. Я как актриса получила невероятное удовольствие. Ну, на самом деле, я ни разу не видела слабых фильмов у Спилберга. Да простят меня кинокритики, но не знаю, люблю я его. И очень вкусно, детально, подробно, интересно. Понятно, что задача поставлена показать американскую страну во всей красоте, да. Но я очень рада просто за Михаила Горевого, потому что мне кажется, что он сыграл такую роль, которую не каждому русскому, в принципе, удавалось сыграть и по объему, и по уровню мастерства. И я по-настоящему рада. Я его сейчас подошла, обняла, потому что не просто. Многие мечтают, многие стремятся, кто-то что-то пытается. А вот он, скромный парень, он такой взял и прекрасно отработал в кадре с этим изумительным актером. Спасибо. Пионер. А, кстати, я родился в День пионерской организации, 19 мая, так что я вечный пионер.